просьба ко всем жителям Химок, и не только Химок, потому что здесь помогают и московские школьники, помочь собрать необходимую вот массу макулатуры, чтобы мы смогли издать эту книгу, потому что она создана детьми, она в память о тех событиях, тем более это очень важно в этот год, 75-летие окончания войны. У меня как-то с макулатурой с детства складывалось, потому что я был очень таким активным в Сходинской школе номер 2 участником всевозможных сборов, и меня очень возмущало, когда мы это делали не каждый год. Мне нравится, вот вообще я люблю активную молодежь, активную во всем. Поэтому молодежь, молодцы, собираем макулатуру и больше рэпа и ЗОЖа.